Привет, Марин. Привет, Максим. А ты что в телефоне? Да, слушай, сегодня тема просто у нас на вечере, наш вопрос. Разговоры с городом. Ну, сегодня день разговора с городом. Я вот тоже, ну, думаю, да, подготовились. Значит, ты списочек вопросов и предложений составил нашему городу. Значит, смотри, тебя бы покрасить. Ну, столько хныть не хватит в городе. Ну, в целом, да. Слушай, вот такое предложение, чтобы продуктовый магазин, да, был прямо вот рядом с моим подъездом, а не через километр от меня. Ну, это жирно будет. Для меня или для магазина? Ну, тебе виднее, Максим. Тогда для меня, да. Ну, и последний вопрос, значит, вот когда утром, вот ты выходишь на работу, ты же едешь, да? А я вот хочу, чтобы по утрам город вот так вот сжимался, вот так. И ты такой из подъезда, хоп, и на работе. И по вечерам также, чтобы он сжимался, и такой, хоп, и дома. А животик не скрутит от таких перемещений? Да, с моим животом все было. Слушай, а ты бы что спросила? Где лучшие тусовки? У нас в городе, сказал бы мне Киров. Нет. Понятно. Я надеюсь, хотя бы зрители сейчас тебе помогут выбрать нормальный вопрос. Ты меня как будто обижаешь, что пойдем проверим. Я никогда тебя не обижаю. Зачем мне тебя обижать? Не знаю, тебе, Максим, виднее. Вот так вот, да. Ей, пятница, сегодня 17 сентября, наконец-то мы дождались этого дня, ведь впереди два выходных. И поэтому, Марин, по старой доброй традиции 9-й студии, а ты со мной еще не вела, я тебе объясняю, 17:03 на часах. Так, отлично. Значит, сейчас все люди на своих работах поднимают руку. Я никогда этого не делала, давай, так. Опускают на свой рабочий стол и смахивают все свои рабочие документы, потому что они больше не пригодятся вам как минимум два дня ближайших и в этот вечер тоже. Максим, а можно нововведение? Можно же не так, можно же, это же праздник, вот такой салют из бумаги же можно делать. А в понедельник придем и приберемся. Хорошо, бог с тобой. Ну, там уборщицы в выходные приходят, прибираются. А ну что, Марина Ложкина сегодня в студии вместе со мной. Максим Кропотов. И огромное количество людей, которые помогали нам делать 9-ю студию. А что же такое 9-я студия, спросите вы? Это, во-первых, веселье, это полезность, это качество, это юмор и это общение, без которого мы не можем существовать. Вы и мы должны общаться в ближайший час, ничего не знаю. А общаться мы будем посредством группы «Девятка» Привыкиров. А на какую тему, Максима, будем общаться? Вот смотри, сегодня день разговоров с городом. Очень странный праздник. Традиционный. Вот наравне с Новым годом. Да, 17 сентября. 17 сентября, естественно. Люди ходят и разговаривают с городами. Да. Вот. И мы решили узнать у вас сегодня. А что бы вы спросили у своего города? Возможно, нас смотрят в Петербурге. Спросите что-нибудь у Петербурга, если вы коренной житель Петербурга. Но в основном нас смотрят кировчане, жители Слободского, Чепецка и остальных городов, которые есть в городе Кировской области. И вдруг город вам ответит, как знать. Может, вы зададите правильный вопрос, и все, и там нужны инстанции, и такие, отвечу-ка. В общем, можете задавать вопросы сегодня городу, можете делать предложения своему городу, какие-то полезные. Ну, руки и сердце. Вот ты любишь Киров? Да. Все, считается. Но мое сердечко уже занято. Не Кировом? Не городом. Я тебе скажу так. Итак, друзья, заходите вы в группу «Девятка ТВ Киров», там есть пост с прямой трансляцией. Да, вот если вы отрицаете существование телевизоров, или вообще в целом кинескопов. А вот кто-то только едет к телевизору домой. Или кто-то едет только к телевизору домой. Вы прямо сейчас уже держите телефон в руке и смотрите прямую трансляцию через свой гаджет. Так вот, там в комментариях вы оставляете свои ответы на наш сегодняшний вопрос. И за это получаете замечательные подарки. А подарков у нас сегодня как минимум два. Возможно, будет больше, а возможно. Можно хотя бы подержу их? Нет, давай я тебе пластик дам. Пусть у меня будет картон. Ты не доверяешь мне бумажку? Нет, просто пластик держать приятнее, ты же девушка. Так вот, друзья, во-первых, у нас есть подарок. Это 30 минут игры в 3D-очках. А аренда игрового зала для дня рождения. Вот так вот. Если у вашего ребенка день рождения, вы приходите, вот даете вот эту маленькую бумажечку, и 30 минут вы бесплатно играете. Там есть 3D-очки, там много различных игр. В общем, все это для вас сегодня разыгрывается. Но ведь красота на этом не заканчивается. Конечно. Потому что вот сертификат в салон уходовой как блогеры, потому что мы сейчас говорим про красоту и уход. Потому что ты вот белое держишь на темном фоне. Ну вот, пожалуйста. В целом тоже видно. Ну так блогеры делают. Хорошо, ладно. Марина блогер у нас. Я блогер. На 5 секунд я буду блогером. Вот. Подарочный сертификат в салон уходовой косметики для вас. Ну, подарочек потрясающий, считаю. Я даже скажу так. Даже мужики сейчас готовы сразиться за него, чтобы потом преподнести подарок своей даме сердца. Ну, это очень хитрые и продуманные мужчины.
Берите на заметочку. Максим продуманный получается. Я всегда продуманный. Я же рыжий. И также, друзья, вот вы можете нам написать, а можете взять и позвонить по номеру 351404. Во-первых, ответить на вопрос нашего вечера. Во-вторых, передать привет. Кого-то поздравить, кого-то похвалить, кого-то немножко поругать. Ну и предложение, давай руки и сердце. Это, это я уже жду 2 года, чтобы кто-то признался в любви или сделал предложение, потому что 9-я студия должна сводить сердца воедино. Максим, я решила, если вдруг я попаду в отношения любовные. Вот только через 9-ю студию. Да, и если я готова. Странно это не звучало. Я готова сделать первый шаг сама и через 9-ю студию. Все, друзья, если вдруг, не вдруг, а кому нравится Марина, вот прямо сейчас напишите ей. И она через 9-ю студию признастся вам в любви, так как она сказала, что сделает это первым. Но там мелким шрифтом под звездочкой очень много условий еще. Ах ты, вот так вот дьявол пишет контракты. Да. Ну что, друзья, все вам рассказали, все показали. 9-я студия, давайте начинать. И начнем мы, знаете, с чего-то старого. Старого, но веселого. А старое и веселое у нас объединяется тоже в 2 слова. Группа Нана? Нет, Виолетта Рудольфовна. Ладно. У нас есть блогерша-старушка, которая рассказывает людям различные секреты, проверяет лайфхаки. В общем, много чего она вам сейчас расскажет. Давайте посмотрим. Жа, лучший друг Шуры, будешь себя с ответственностью вести или преподнесешь бабушке сегодня сюрприз? А? Поняла? Слышишь? Сейчас у нас между собой будет, как у песни Билана. Это ты, это я, и между нами будет не молния, а ключ на 32. Ну-ка, заканчивай. Слышишь ты, валенок штопанный, я скоро твоим именем буду молодежь называть. У меня будет алкоголик, наркоман, прости господи, и шайтанов фотоаппарат. Я в тебя шмальну, я тебе обещаю. Хаю-хай! С вами снова Виолетта Рудольфовна. Да, та самая бабка, которая до сих пор свято верит, что подышать на картошке намного лучше, чем диплом о высшем медицинском образовании. Ну что, у бабки снова кончились монеты, поэтому буду раздавать советы, чтоб карман набить помогли мне интернеты. Ну что, и по старой доброй традиции, как говорится, слушай бабушку, подписчик, жизнь сразу станет почище. Ну что, встречай народ, бабушкин блог. А сейчас бабушка расскажет, в чем отличие деревянной вешалки от пластиковой. Деревянной можно так неплохо накернуть деду за его пристрастие к продуктам брожения, а из пластиковой можно сделать нехилую такую гирлянду из одежды и сэкономить пространство в своем шифонере. Но оказывается, у деревянной вешалки есть небольшой секрет. Их специально делают из таких пород дерева, которые отгоняют всякую прожорливую тварь с твоей одежды. Короче, мошек отгоняй, деду наваляй. А вы знали, что вместо средства для мытья окон можно использовать йод? И это не значит, что если там сеточку на нем нарисовать, то все пройдет сразу. Да, хотя было бы ништячно. Просто добавь в теплую воду пару капель йода, и ты как мастер йода. И окна чистые станут твои, как изумрудные белочкины орешки из сказки про Салтана царя. Да прибудет с тобой сила, адекватность и низкие цены на ЖКХ. Уминь. Сколько сломанных ногтей видела планета, когда ты пытался разогнуть вот это. Да, сколько сказочных эпитетов и рифм к таким словам, как скука, молодец, прядь и с размаху выдавала наша ротовая полость в попытках разогнуть эту чертову скрепку. Но оказывается, нам совсем не требовалось наследие монголо-татарского иго. Ведь у степлера есть секретное свойство, заключенное вот в этой штуковине. Просто поверни ее, и с кобуру разогнуть после этого будет изи-каточка. Сделал курочку в духовке. Плачешь, бедолага, потому что в миг попал ты в жирную тюрягу. Да, каждая домохозяйка сталкивалась с этой жирной проблемой. Ну а после того, как эта жирная проблема поела и пошла лежать на диван, после нее нужно мыть решетку. Не, ну а что делать-то? Ты сама когда-то да сказала. Короче, как оттереть неоттеруемое, расскажет бабуленция. Возьми фольгу, скукошь ее, и этой кукошлянки начинай натирать решеточку. И как проверила бабушка, этот лайфхук не работает. Поэтому фольга не оттирает жир ни с поверхности решетки, ни с поверхности пуза вашего избранника. А ты знал, для чего нужна пена для ванны? Нет, не для того, чтобы ты сделал бороду и кричал: «Вы кто такие? Я вас не звал!» Или, например, сделать кунди-бобер и всем говорить, что это не значит, что ты женщина или балерина. Кстати, имя Ибрагим вам ничего не говорит. В общем, пена предназначена не для всяких этих вот ваших эстетских изысков, а для того, чтобы вода в ванне долго оставалась горячей. Вот так вот. А ты что думал? Что это сама? Нет.
Вот теперь живы с этим. Ну что, с вами была Виолетта Рудольфовна, ее лайфхуки, да. Подписывайся на мои социальные сети, вот они вот здесь, вот, да, ставь Лукас, жми в колокол. И самое главное, помни, советы бабушки, они как контрицоль. Полезного много, но пока эту кучу не разгребешь, полезного не найдешь. Но тем не менее, там всего много. С вами был Баблок, всего хорошего, пока. Марин, что ты запомнила, чем ты будешь пользоваться или чем не будешь Я пользоваться? Я не буду пользоваться фольгой, когда буду чистить плиту. Молодец, значит, смотрела внимательно. Да. Ну, а прямо сейчас у нас на прямой связи наш коллега, наш большой друг Константин Салтанов. Кость, привет. Привет, девятая студия. Здравствуйте. Очень интересный праздник сегодня. Я прям заинтригован такой темой эфира. Очень интересно. Ну так давай, раз ты заинтригован и заинтересован, ответь нам, пожалуйста, на вопрос. Что бы ты спросил своего города? Город ждет. Да, город ждет. Ты знаешь, Максим, я бы не спросил, я бы вот пожелал и порекомендовал. Да-да-да. Бедный город сейчас у нас. Нет-нет-нет, Мариночка. Как пел нам один известнейший российский артист, не надо стесняться. Вот так вот. Давайте поэтому, расширяться. Да, 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 расширяться. Я как амбассадор этого глагола живу с этим. Вот поэтому, ребята, не стесняйтесь. Творите, любите. Признавайтесь в любви ведущим девятой студии некоторым. И живите эту жизнь полновесно. Я скажу вот так. Пожелание так, такое. А вот не хотели бы, чтобы в нашем городе появилось метро? Метро? Прикольно. Кстати, был, Максим, по-моему, был такой проект. Но, нет, надземного Кость, это метро. Магазин, и он на краю города. Надземного метро был когда-то давным-давно еще в Советском Союзе, но не прижилось. Не, прикольно, было бы метро, ну там 4 станции, ну бог с ним, зато классно. Ну нет, можно было бы в метро-то и до Чепецка, например, доезжать. Да, вот тогда бы уже... Под рекой. Ладно, да. Кость, мы знаем, что ты всегда приходишь с чем-то интересным, с чем-то классным, и это новости шоу-бизнеса. Да, придем мы сегодня вместе с вами в новости шоу-бизнеса, поговорим о звездных преображениях, удивительнейших звездных преображениях. А к нашей старой рубрике «Звездные подарки» вернемся и поговорим о звездных семейных отношениях. Благо, любовь пышет даже в такую, казалось бы, не слишком приятную погоду. Ну, да. Поехали, погнали. Да, «Звездные преображения». Значит, на одном известном всем канале есть одно огромное юмористическое шоу. И один из его создателей и ведущих — это Гарик Харламов. Он в новом сезоне всех удивил. Это вот этот комедийный клуб который? Да, комедийный клуб какой-то. Да. Значит, Гарик Харламов, ведущий и юморист, он всех удивил своим новым внешним видом. За лето, как подсчитали любопытные фанаты, Гарик похудел на 17 килограмм, казалось бы. За лето? Да, за лето он похудел на 17 килограмм. И в таком новом образе вот он предстанет в новом сезоне этого шоу. Итак. Это он уже худой? Это он уже худой, да. Я его, значит, поклонники юмориста в этом почти уверены. Уверены в том, что это все не просто так. Так, да, это все не просто так. Влюбился после развода. Марина зарит всегда в сердечко. Самое сердце на поражение. Самое сердце на поражение, все мы знаем, кто это поет. Да. Так вот, все это, казалось бы, и оказалось, что это все ради женщины. Он, Гарик, в прошлом году развелся с актрисой Кристиной Асмус, долго пребывал в депрессии и, что называется, поднабрал, растерял форму. Но сейчас новая женщина в его жизни, которую зовут Екатерина Ковальчук, это актриса, с которой они снимались в одном из сериалов. Она, значит, покорила его сердце, и он ради нее, ну и, наверное, ради, по меньшей степени ради себя, он вот привел себя в такую форму и сбросил достаточно большое количество килограмм, за что ему огромное спасибо. Он молодец и пример. У нас у Марины есть какая-то ремарочка к этому. Я бы хотела уточнить. А вот вам Константин Гарик лично сказал, что он был в депрессии? Это было видно невооруженным... За слова-то подтянули костя. Но это было видно невооруженным глазом. Я потом тебе это расскажу. А вы пересекались где-то? Я потом тебе расскажу, как это у мужчин бывает. Как могу прокомментировать эту новость? Да, Максим, давай. Если бы сейчас Гарик находился где-то рядом, я бы подошел и сказал: научи меня, сенсей. Я очень хочу сбросить, вот, ну не 17, ну хотя бы килограмм 10. Тебя ведь не останется, если ты на 17 похудеешь. Что, будет что там, ну 70 килограмм всего-то буду весить. Я бы сейчас рада посчитать, но не смогу.
То есть 70 плюс 17 мы не считаем. Нет, я не хочу. У нас Максим эксперт по цифрам, давайте оставим его. А Марина гуманитарий. Максим считает. Хорошо, давай. Новость номер два. Наша любимая рубрика – это звездные подарки. Но подарки сегодня тоже необычные. Итак, звезды ТикТока. Я думал, вот эти 17 килограмм кому-то подарили. Нет, звезды такие переходящие, да? Звезды ТикТока, мы все знаем, что это такое. Валя Карнавал и Юля Гаврилина. Сделали первую себе... знаю, вторую вообще не знаю. Ну и вот, ты... это, Максим, это тоже звезда, вот тебе на заметку. Они сделали подарки сами для себя. Ну это как женщина, я уважаю. Я каждый вечер в магазине себе так делаю. Да, они сделали подарки сами для себя, но какие подарки? В общем-то, они дружат очень давным-давно, и вот в один день... Дай догадаюсь, автомобили? Да, Максим, все верно. Но автомобили премиум-класса, я сейчас тебе назову, Максим, некоторые цифры, как ты любишь. Итак, сейчас я, подожди, скажу тебе. Итак, Валя Карнавал. Константин, да. Кто из них Валя Карнавал? Валя Карнавал – это которая на Мерседесе, это которая на джипе. Ну, которая в синем. Да. Спасибо, да. Спасибо. Максим разбирается. Спасибо. Значит, она купила себе, они сделали подарок себе в один день. То есть сначала одна купила, потом вторая. Итак, Валя купила себе Mercedes G63 максимальной премиумной комплектации за 22 миллиона рублей. Ну, может себе позволить, зарабатывать. Конечно. Но ее подруга, Юлия Гаврилина, она решила ее переплюнуть и купила себе Rolls-Royce. Это одна из самых премиумных марок вообще в мире, за 30 миллионов рублей. Ну вот могут себе позволить и тратят на себя. И решили вот такими фотографиями порадовать своих фанатов и своих поклонников, что вот мы купили себе подарки. Почему нет? Порадовали. Я бы на эти деньги мог есть всю жизнь. Да. И не только ты, Максим. И не только я, вся бы моя семья, включая двоюродных братьев, сестер и дверей, там, если они есть у меня. Так, у Марины. Да, спасибо большое. Я люблю букву Н иногда просто. Ага. А они чем занимаются в ТикТоке? Просто чтобы понимать, как заработать. Что это, чем занимаются в ТикТоке? Они, так сказать, клепают веселые видео с танцами, тоже с какими-то лайфхаками. Но не такие полезные, как... Не такие полезные, как у нашей бабули. Я смотрел Валю Карнавал. Она включает песню и просто... Это у Крида бывшая, это вот это? Да. Ну, а-ля бывшая, никто, не доказано, никем. Это Марина осведомленная у нас, оказывается. По верхам. Ну, пусть по верхам. А вторая встречалась с этим. Кем? Давай, Максим, давай. Твой любимчик-то. Кто? Сережа Лазарев, вот. Неправда. Не надо тут. Вот мы теперь мы точно знаем, что Марина следит как минимум за Сергеем. Ну и новость номер три. Возвращаемся мы к семейной любви, к звездной семейной любви. 31 августа состоялась свадьба. Я думаю, что все мы прекрасно знаем такого товарища, как Моргенштерн. Он женился на своей давней возлюбленной. И вот теперь делится некоторыми подробностями их семейной жизни. Как он признался в недавнем интервью, знаешь, семейная жизнь его подуспокоила. Он теперь уже не хочет быть таким эксцентричным персонажем, хочет больше времени проводить с семьей, соответственно, со своей женой. Тапки, табуреточка перед телевизором. Да, свитер в катышек, сидеть на кухне и прочие такие вещи. Катышки из пупка собирать. Да. Значит, собирается он прикупить несколько собак, для того, чтобы, так сказать, немножко свою любовь вымещать не только... Вымещать любовь? Свою любовь дарить не только жене, но еще и каким-то другим существам, назовем их так. И купил дом, как он признался, в ипотеку. Но это не самое главное. Ты сейчас просто говоришь людям, которые скоро должны жениться, кому-нибудь, кто нас смотрит, так, если я женюсь, это значит, надо брать собак и дом в ипотеку. Не обязательно, Максим. Каждый выбирает, что он хочет. Но это не самое главное. Ему задали вопрос о том, кто же является главой в их семье. На что он совершенно не задумываясь сказал, что главой семьи является его любимая жена. А и еще даже в этом же шоу увидел, что он перестал красить ногти. Да. Там много, в общем-то, было в этом интервью, в этом шоу. На что он признался, что он совершенно спокойно сказал о том, что он подкаблучник. И вот все. А у него будет трек про то, что он подкаблучник? Я подкаблучник? Не исключено, что у него будет целый альбом о семейной жизни. Я думаю, что так. Вот так протекает семейная жизнь молодого Алишера. Слушай, классно. Давайте пожелаем молодой паре счастья, любви и адекватности. Кость, огромное тебе спасибо. Еще один маленький вопрос. Да. Смотришь ли ты по пятницам в 19:30 шоу «Уралхимия-дача»? Ой, смотрю, слежу, но вот... А знаешь ли, что сегодня произойдет в 19:30? Так, что сегодня будет?
сегодня... Марин, расскажи ты, пожалуйста. А сегодня, Константин, да. Финал, понимаешь? Финал сегодня? Сегодня Ой, мы поеду узнаем. Домой, буду смотреть обязательно. А разыгрывается 250 тысяч рублей. Сегодня мы узнаем имя победителя Уралхимии, да. Дача. Кто получит ежемесячный mm-hmm. платеж по ипотеке у Алишера? Да. 250 тысяч рублей. Я думаю, нет, там такая сумма. В общем, друзья, Кость, тебе огромное спасибо. Ну, а прямо сейчас, mm-hmm. вот кто заинтересовался, а я знаю, что все заинтересовались. Да, все заинтересовались. Посмотрим небольшой такой отрывочек, анонс, можно сказать так. Что же сегодня будет происходить? Приветствую вас на финале «Уралхимия дача». Это образ на пистолет. Да это смешно было. «Уралхимия дача». Тася, это ведь удача. Мы очень любим кабачки. Рано садим в землю сразу. Какой-то кабачковый дождь, видимо, прошел. Победителями «Уралхимия дача» становится команда «Уралхимия дача». Каждую пятницу в 19.30 на Девятка ТВ. Отчество человек должен заслужить. Да. Ну, я тоже так считаю. Вот. Максим. Я понял. Ну что, друзья, мы тут обсуждали, что отчество нужно заслужить. Вот, а Марина Юрьевна заслужила, а я еще нет. Ну а прямо сейчас будем читать ваши комментарии. Сегодня, напоминаю, мы спрашиваем вас, что бы вы сказали своему городу. Поехали, почитаем. Максим Хакимов. Кстати, всегда первый. Да. Максим от слова первый. Ну, если он потеряется, вдруг будет вторым, что-то случится в мире. Будь современным и чистым. Киров. Киров. Или пожалуйста. Не Киров. К какому городу ты пишешь? Да. Тоже нам говорите. Ильич Кривошеин. С городом начать разговаривать я не смогу, потому что я веду здоровый образ жизни. Ага. Даниил Гухман. Я люблю тебя, Киров, при всем том, чего в тебе не хватает. А это чего? Вот... Чего, Данил, не хватает в городе? Ну, это, кстати, хорошая любовь, когда принимаешь недостатки. Да. Максим. Спасибо, Марин. У меня их нет. Конечно. Наверное. А Дмитрий Гай, я бы сказал, а в пятницу во второй половине дня ему добрый вечер. Это он какой-то караоке куда-то ушел, как будто. Он сказал: добрый вечер. Пройдемте. Оксана Усова. Я люблю Киров, потому что он образованный город. Здесь высокая концентрация талантливых людей, музыкантов, художников, поэтов и писателей, а также педагогов, врачей, ученых. Их творчество, знания не только прославляют Киров, но и служат благородной цели процветания нашей великой страны. Ой, слушайте, вот это классно. А ведь эти люди еще к нам в гости в девятую студию приходят. Конечно, эти великие конечно, люди. И скоро еще приходят. Дарья Михеева, ребят, вы классные, отлично смотритесь в кадре. А городу бы сказала спасибо за прекрасных людей. А мы бы сказали спасибо за прекрасные комментарии от наших замечательных людей. Да. Ольга Коковихина, быть красивым, чистым, доброжелательным, приветливым. Вот смотрите, все, что вы сейчас говорите, вы же просите, а это значит, вы так не считаете, да, что этого нет. Да. То есть вы считаете... Сейчас подтяну за слова, что город некрасивый, нечистый, mm-hmm. недоброжелательный, неприветливый. Я вот не считаю. Максим, ты как адвокат Кирова сейчас. Да, адвокат Кирова. Да, нормально. Наталья Савиных, Киров, ты классный, будь еще класснее. Пусть в тебе живут веселые, активные, позитивные люди, которые тебя любят и ценят. Ну каково? Оксана Усова продолжает. Я люблю Киров, потому что здесь живут мои друзья и знакомые, люди, с которыми мне всегда интересно и которые всегда придут на помощь. А поэтому Киров для меня навсегда самый лучший, самый родной и любимый город. И прямо сейчас мы поняли, что Оксана Усова друзья, это Чип и Дейл, которые всегда придут на помощь. Слабоумие и отвага еще. Это у меня. А Вова Симуков сказал бы: согрей мою квартиру. Я думаю, что многие прям не только говорят, но уже кричат в окна. Да. Согрейте наши квартиры. Максим, а ты заметил, что, пожалуйста, не усыпь? Ну, понимаешь, иногда стоит... Кулаком. Да, согрей. Согрей мою квартиру. У меня вообще, говоря, у меня, во-первых, отопления нет, а вчера еще горячую воду отключили. Мне как жить? Благо, есть теплые полы. Ага, но ты не состаришься, если будешь в холоде жить. Ну, хоть что-то здесь. Надо вообще положительное иметь. Если уже не состарился. Ох, ну что, друзья, продолжаем. Наталья Попова. А любой город — это люди, которые в нем живут. Так вот, люди,
Начните с себя. Донесите обвертки до мусорки. Обертки, скорее всего. Поддержите локальные бренды. Ходите на местные мероприятия. Сами делайте что-то хорошее и полезное для родного города. И будет вам счастье. Но это не точно. Ну или точно. Пожелание. Воодуши. Ведет за собой. Но это не точно. Ну на всякий случай, чтобы потом... Не подтянули за слова. Адвоката, да, Кирова. Адвоката Кирова. Юлия Андреева нам пишет. У Евгения Таджетова есть такие строки. «Слушай, город, не гони, впереди бежит молва. Слушай, город, отдохни, ничего, что ты Москва». Вот я бы нашему городу что-то про «Проснись и пой» посоветовала. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Да, вот это вот. Продолжаем. Елена Овчинникова, добрый вечер. Дорогой, любимый Киров, желаю, чтобы в тебе никогда не бросали мусор. Желаю, чтобы твои дороги всегда были ровными. Желаю, чтобы общественный транспорт в тебе или по тебе, скорее всего, ездил до позднего вечера и регулярно. Желаю, чтобы твои жители и гости всегда были вежливы и приветливы. А также желаю тебе процветать и становиться лучше с каждым. Вот Киров послушает все вот эти сообщения, такой, ну, завтрашнего дня сажусь на с диету. С понедельника. Да, и буду лучше. Ирина Никулина, я бы сказала Кирову, прорвемся! Главное уточнить, что это боевой настрой, а не пожелание трубам. Ну вот. Как завуалировано. Итак, продолжаем. Марина Погодина, добрый вечер, Максим и Мариночка. Максимушка, почему не... Ладно. Хоть не Юрьевна. Супер ведущая. Я бы сказал городу, ты лучший, самый уютный и родной. Город с вами, город с самыми добрыми, отзывчивыми, душевными и гостеприимными людьми. Это все про Киров. Это все про нас. Да. И чуть-чуть про Просницу. Дарья Плотникова. Дорогой мой город, будь таким уникальным, каким ты и являешься. Ты как пенсионер, который хочет учиться новому. Такое милое сравнение. Мне очень странно, как у вас вот появляется, уважаемые наши телезрители, такой сравнительный ряд. Михаил Глазков, желаю бродить по переулкам города и вдыхать воздух счастья. Любить город Киров и всегда встречать здесь доброе утро. Радостный день, романтичный вечер и волшебную ночь. Пусть город процветает, пусть тут сбываются твои мечты. Какие все романтичные вокруг. Я не могу. Давай еще одно сообщение. Ну давай. Елена Чехомова. Здравствуйте. Я бы сказала ему пока, но пока не решила, какому городу сказать привет. Елена, что такое? Что происходит? Что такое? Я что-то не понял. Я что-то... Девочка, что... ну-ка прекратите нам это. Это что за фокусы такие? Ладно, друзья, вот пока мы сейчас все думаем, о какому же городу Елена скажет привет. Мы сейчас выясним, да. Все, позвоним. Узнаем. Мы хотим напомнить, что недавно на нашем телеканале завершилось, потому что еще будут новые сезоны, шоу-шопперы, блогеры на нашем замечательном телеканале. И прямо сейчас под ваши бурные стучания вот так вот по коленкам или по стулу к нам в гости придет одна из его участниц, а точнее победительница, да, этого шоу. А как ее зовут и кто она, узнаете прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте, сегодня в гостях у девятой студии стильный фитнес-тренер, модель, победительница шоу «Шопперы-блогеры» Ольга Шигай. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гостье. А вот и она! Это что, меня слепит стиль и красота? Ой. И блогерство. И блогерство. Оль, привет, как дела у тебя? Все супер. А с чем это связано, супер? С чем связано супер? Ну, не знаю. Классно себя чувствую. Это уже хорошо. А как себя чувствует икона стиля и победительница шоу? Я так не считаю. Заберите у нее подарки. Ребята, посмотрите, капля скромности пришла к нам в студию. Давай сцеживай ее в кружечку и продолжим разговор. Расскажи, во-первых, как ты решилась участвовать в шоу «Шопер»?
Ну, вообще, я не думала, не знала, не гадала. Мне написала Алена о том, что вот есть там такой кастинг, может быть, интересно, вот нужно отправить видео. И на самом деле, вот даже в тот день, когда я это сделала, у меня вообще были другие планы. Ну, то есть я должна была уехать с друзьями, отдохнуть, там, погода была такая классная. Но как-то все не получилось, и я думаю, ну а что, возьму, сниму все свои вот эти вот любимые образы и отправлю. Отправила, и все. То есть, раз шашлык не получился, буду примерять шмоточки и на балкончике себя снимать. Да. Кстати, друзья, у нас есть видео, то самое, которое прислала на кастинг Оля. Давайте посмотрим. После этого видео у меня только один вопрос. Когда ты с ним... Я просто увидел, что это за балкон. У каждого свои интересы, каждый видит свое. Панорамный Максим. Балкон. Ага. Я через неделю женюсь, мне нельзя смотреть ни на что, кроме на стекла балкона. Ага, так вот, как вообще, не замечала, как люди реагируют, когда ты снимаешься на балконе? Там высоко было. А, у меня 6-й этаж, и помимо того, что балкон панорамный, там специальные окна, которые наружу не видно, а еще есть подсветка уличная, еще есть подогрев пола, поэтому... Понятно, куда нас завел разговор. Мы так про стиль забываем. Так, это покрытие, паркет, что там, как? Нет, там плиточка. Она еще серьезно восприняла. Оля, расскажи, а как ты себя чувствовала во время проекта? Ну, то есть, не в целом, там, не 36,6, а вообще в целом эмоционально. Ой, такие были качели. Эмоционально были качели. Люблю качели в целом, но не такие. Было сложно, ну, и радостно, и грустно, и переживала, и какое-то волнение, и нервничала много в какие-то моменты. Думала, почему... что-то так получается. А какие вот моменты, качели, как вот момент, какие вот тебе запомнились, когда ты, о, господи, что происходит? А, последняя съемка. Финала. Угу. Там что-то такое произошло. Да, блин, не, я не так не вспомнила. Я просто помню, там что-то со стулом было, что стул дербанили. Ну, это Гоша. По-моему, галка делал. А у Оли очень красивое видео получилось. Да, у меня... В общем, друзья, если вдруг вы как-то пропустили шоу «Шоберы блогеры», то на следующей неделе... Если да, с понедельника уже, с 20 сентября стартует полный повтор шоу «Шоперы». Вы можете посмотреть все серии в 20:30 с понедельника по четверг и выходные последние вау, серии. Вау, что за подарки? Это все в честь прихода. Оль, расскажи, финал... Объявляют оценки, объявляют победителей, называют, что ты остановишься. Слушай, ты сейчас уже... заревешь? Она дрожала на финале. И каково это было, да? Алена же любит тянуть интригу и бесконечно долго не называть победителя. Алена просто вспоминала. А вы смеялись, все стояли, то, что вы-то уже привыкли к этому. А мы такие стоим, там все в таком напряжении. Но когда она начала говорить о том, что это тот человек, который проделал большой путь и самые сложные какие-то вот движения вообще эмоциональные, физические, и сколько было вложено, я как будто бы в этот момент подумала, что как, если не про меня это говорится, потому что... И вот в тот момент мне стало еще более страшно то, что если это не про меня... Да. Это значит, кто-то еще больше эмоциональный. Я столько сделала. Алена называет себя. Я пошла, до свидания. Это было бы, да, это было бы тоже справедливо, на самом деле. И какие эмоции ты испытала, когда назвали твое имя? Шок, радость, шока, радость. Шок и радость, шоковая радость. Это когда наши не проигрывают в футболе. У меня вот сборная России по футболу. Там в целом шок, но не проиграли — радость. Слушай, а что дало тебе участие в этом шоу? Очень много. Именно вот в том, с чем я пришла туда, изначально на первом кастинге, эфире я рассказывала о том, как тяжело порой бывает не похожим людям других, там, неважно, внешне, там, какими-то соображениями личными. И я с этим... Не сказать, что переборола это все. С этим всю жизнь нужно жить, работать над этим и как-то.
но стало проще, легче, ну, как-то счастливее, что ли. Ну, и научилась, конечно, многому. То есть, ну, хочу я вот так одеться, я одеваюсь, хочу я это сделать, я это делаю. Ну, такое. Приняла себя, можно так вот сказать? Ну, это, да, можно так сказать. Но не сказать, что я уже объяснила о том, что это всю жизнь нужно делать. И до этого я над этим работала. А здесь просто это меня еще больше сподвигло на то, чтобы... Подтолкнуло. Да, быть собой, быть счастливым и, ну... Нести в массы это. Быть счастливой, нести в массы. Скажи секрет, узнают уже на улице? Да, меня давно знают. Нет, меня все узнали. Вот так вот. Это же она, победительница шоу шоперов. А? Подписчиков. А не самый сильный фитнес-тренер и модель, а уже и победительница шоу шоперов. Нет. Ну-ка, еще нет. Они просто стесняются. Они еще просто не пересмотрели все повторы. Да, наверное. Надо пересмотреть. Прямо сейчас кто-то, возможно, будет вспоминать, а кто-то будет смотреть наш следующий сюжет. Вот ты умеешь петь? Нет. Я танцую лучше, чем пою. И я не умею петь. И вот специально для нас троих, кто не умеет петь, у нас есть специальный обученный человек, который ходит по различным... К различным людям, по различным, людям. Кладет их и идет. Гуляющий человек. К ним ходит, и они обучают его много чему. Усталость дня, вокал от Ивана Пестерникова. Всем привет, меня зовут Иван, и на днях я столкнулся с очень большой и серьезной проблемой. Мои друзья пошли в караоке, но меня с собой решили не брать, сказали: «Ваня, мол, ты не умеешь петь». Я решил исправить эту ситуацию и заодним показать вам, уважаемые телезрители, что нужно делать для того, чтобы классно петь и как это эффективнее сделать. Погнали! Сейчас я нахожусь в гостях у замечательного человека. Знакомьтесь, та-та-да, это Кристина Минчикова. Она педагог вокальный, эстрадный и также руководитель, помогай мне, творческой артели. С чего нужно начинать? Для начала стоит просто послушать песню и понять, к душе ли она. Потому что, когда мы поем песни, которые нам не нравятся, обычно мы так к ним относимся, ой, фу-фу-фу-фу-фу. Когда нам песня нравится, мы очень чувственно стараемся ее петь. А чисто теоретически, вот в душе, допустим, я люблю попеть, какой вообще шанс, что, занимаясь этим в душе, я когда-нибудь смогу выйти на сцену? Вся водичка, вода. Бежит на меня, на меня. Много струек прозрачной теплой воды моют волосы мои. В общем, мы выбрали песню. Это будет песня «Вахтером», «Бумбокс». Вот, я хотел Муслима Магомаева «Москву», но мне сказали, что я слишком маленький для таких песен. Вань, сейчас я тебе дам микрофон, и мы с тобой споем песню первый раз. Именно сразу же в микрофон, чтобы ты услышал свой голос. Мы с тобой выявим части, которые у нас не получаются, и будем их отрабатывать. Это так волнительно. Петь в микрофон и петь в душе сам с собой без микрофона — совершенно две разные вещи. И будьте готовы к тому, что придется выключать звук на ваших телеэкранах, потому что это, возможно, будет очень плохо. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда, задвигаем шторы. Ох ты! Чего? Я попал чуть-чуть, там был момент, где я попал. Я певец! Вань, мы сейчас с тобой перейдем к упражнениям, которые ты сможешь повторять дома, выполнять абсолютно самостоятельно. И мы сейчас начнем с тобой, с моего любимого упражнения, это лифт. Такой непривычный звук. Попробуй, пожалуйста. Мы сейчас будем с тобой кататься от низкой ноты, ага, к высокой. Нам нужно это для того, чтобы ты почувствовал как низкую ноту тесситуру, так и высокую. Да, и он у тебя так свободно. Вань, скажи мне, пожалуйста, звук «м». Поспокойнее. Я услышал. Я услышал. Через «м». Да. Небольшой совет нашим зрителям. Если
вы захотели разучить песню дома и пока боитесь переходить на слова, либо у вас не получается, пропойте эту песню либо на др, либо на м, либо на р. А вообще есть какие-то биологические особенности, предрасположенности? Допустим, у кого-то рот большой. Ему будет легче даваться вокал? Но у любого человека разная длина связок, толщина разная. И, соответственно, поэтому мы все разговариваем по-разному, тембр имеем разный. Ну все, я чувствую, я готов спеть эту песню и показать всем, что я умею петь и достоин сходить в караоке. Погнали! Нравится дым, черт с ним, он убивает слова, кругом голова, уже разносит молва опасных, что между нами чувава. Легче. О чем с тобой говорить, потеряли нить. В общем, как получилось, так получилось. Я слышал, что я прям не попадал, но было значительно лучше, чем когда я пришел в самом-самом начале. Как ты считаешь, виден прогресс за вот хоть и одно занятие, но есть ли прогресс? Конечно, ты ведь почувствовал нужную нам позицию, именно ощутил ее в своем теле. Даже порой получилось у тебя ее перенести на буквы, но, конечно же, с мычанием куда проще. Но это уже время. В общем, ребят, просто нужно практиковаться побольше и не забывать про позицию. И тем более у вас теперь есть классное упражнение на вооружении. Кристин, я хочу сказать тебе спасибо большое. Это было просто замечательно. Я уверен, мы еще обязательно увидимся, где-нибудь споемся, так сказать. А с вами мы будем прощаться. Спасибо еще раз. Спасибо, что пришли. До встречи. Пока-пока. Ну что, спели и будем продолжать наше общение. Да, я первая, можно задам вопрос? Для начала я хотел бы напомнить, друзья, что, во-первых, мы сегодня разыгрываем два подарка, а также я знаю, что у нас у Оли Шагай победительница, что у Шоперов тоже есть какой-то подарок для зрителей. Да. Что за подарок? Я подарю тренировку свою. Воу! Поэтому, друзья, навалились на комментарий. Даже я сейчас напишу, потому что мне как бы надо. Оля тебе подарит. Давай. Первый мой вопрос, Оля. От тебя лично? Да. Победив в шоу «Шоперы-блогеры», рекламные контракты посыпались? Нет. Надо было сказать «да». Да. Давайте переписываем. Да, переписываем. Снова. Задай, пожалуйста, вопрос. Оль, скажи, вот победив в шоу «Шоперы», став финалисткой, посыпались рекламные контракты? Да. Участвуйте в шоу «Шоперы», друзья, и вас тоже осыпят подарками и контрактами. Ладно, начинаем. Ольга Кудрявцева задает вопрос. Оля, а ваш секрет успеха и красоты? Стакан воды с утра, зарядка, кушать как хочется, любовь к себе. Стакан воды, зарядка, а потом кушать как хочется? Да. Все по-разному любят. Я делал это неправильно. Мне осталось просто делать зарядку и пить стакан воды. Я буду красивый и успешный, как Ольга Шагай. Анастасия Стародумова спрашивает. Оля, чувствовали ли вы конкуренцию со стороны других участников шоу «Шоперы»? И было ли вам сложно от этого? Конечно, чувствовала я конкуренцию. А от всех или были какие-то определенные личности? Знаете, как бы сказать, есть ведь нездоровая конкуренция, когда воспринимаешь как агрессивно, угу. А есть здоровая конкуренция, когда восхищаешься человеком и понимаешь, что он в этом может тебя чему-то научить, он может быть лучше тебя в этом, и это здорово, и это неплохо, и от каждого участника, от каждого человека в целом можно взять... Чуть-чуть. Да. Оля такая мудрая девушка. Ну, женщина, это вообще без обид. Это в будущем. Так, еще раз переписываем. Я еще вкусно готовлю. Вау, ребята. У нас давай это поженимся сегодня, как будто хорошо. Я Гузеева, получается? Да, получается. Хорошо, вопрос как фитнес-тренеру. Назовите три главных правила тех, кто переходит на ЗОЖ. Какие должны быть правила, чтобы перейти на ЗОЖ? Стабильность должна быть. Должно быть желание и уверенность в себе, что у вас все получится. Вот и все. Три существительных. Возвращаемся снова к моде. Ирина Пенегина спрашивает. Ольга, из чего для вас состоит базовый гардероб и базовый набор косметики?
Угу. Вау. Крутой вопрос. Да. Базовый гардероб для меня... Начну с обуви, снизу пойдем. Я люблю кроссовки. Я люблю такой подвижный, удобный стиль. Джинсы, штаны какие-либо. Ну и, возможно, лонгслив, оверсайз, либо что-то такое. Косметика. Ты слова-то понимаешь, Максим? Оверсайз. Нет, я слышу. Я слышу. Ты слышишь? Для меня это как вот немецкий. Я вообще его не изучал. Английский я еще что-то понимаю. Как? Все. Кофточка. Вот. Вот, наконец-то, для мужиков начался эфир. Вот у тебя кофточки, да, в гардеробе? Кофточка, кофта. Любя. Кофточка на маленького мужичка, кофта на большого. Ага, понятно. Все предельно ясно. Про косметику еще. Да, косметику. Если говорить о декоративной косметике, я вообще не очень люблю краситься. Делаю это крайне редко, но если на съемки куда-то только. Поэтому у меня там буквально хорошая тональная основа, какие-то контуринг. Это для того, чтобы... Контуринг. Да, кюсти какие-нибудь. А больше я все-таки для уходовые такие процедуры люблю. И люблю к косметологу ходить. И любить себя. Теперь покопаемся еще немножечко раз, да. Внутри. Ваши хобби, спрашивает Зороков. Хобби? Знаете, я люблю много чего делать. Я люблю танцевать, я танцую. Вообще, я педагог-хореограф по образованию, но сейчас я как бы больше ушла в то, чтобы самой танцевать, в удовольствие. Также я рисую, я готовить люблю, прибираюсь дома, мне нравится это делать, я успокаиваюсь от этого, считаю, что это хобби. Я люблю гулять на улице. Вопрос постоянно. Сразу от всей мужской половины телезрителей. Вы замужем? Нет. Мужики... Любит прибираться, любит готовить. Давайте напомним. И это только малая часть положительных качеств Ольги. Комсомолка, красавица, активистка. Очень классный вопрос. Можете ли вы сказать, почему именно вас стоит выбрать в качестве профессионального тренера? Потому что я вообще классный, ребят, спасибо огромное, круто. Знаете, на каждого... Короче, может быть, вырезать слово «знаете»? Можно это сделать? Десятый раз говорю. Да, мы же с прямого эфира вырезаем очень много чего. После любые ваши требования. Почему я? Вообще, я очень давно этим занимаюсь. Я очень люблю то, чем я занимаюсь. Все время совершенствуюсь, развиваюсь и подхожу каждому человеку индивидуально. Но я, опять же, считаю, что на каждого тренера найдется свой человек, который пойдет именно к нему. В общем, сначала надо попробовать, чтобы что решать. А ваш-то тренер или нет? А если не ходишь, значит, это все отговорочки. Просто... Ой, это да. Вообще считаю, что все, что касаемо... Да, это все отговорки. Если человек хочет, он делает. А все остальное, это вообще... Вот я Максим. Хочу есть, я ем. Ну... А бегать не хочешь? Потому что я ем в это время. А какие планы на будущее и какие новые проекты у тебя впереди? Ой. Нет, нельзя говорить. Хотя бы просто планы на будущее. Я хочу развивать себя, продвигать, развиваться, совершенствоваться. А какие проекты? Ну, что-то будет, я посмотрю, понравится, попробую. Приду, расскажу. Да. Почему бы и нет. Какая она у нас сегодня скромная. Вот. Она темнеет, она просто скрывает. Она уже что-то приготовила, мне кажется. Просто... Нет, неправда. Она не темнит. Ну ладно, просто скромно. А вопрос такой, любишь ли ты смотреть фильмы? Очень. А как, где ты больше всего смотришь? В кинотеатрах или по телевизору? Или на каких-то платформах? В последнее время больше в кинотеатрах. Вообще я не смотрю телевизор, мне всегда тихо, я не люблю телевизор. Единственное, что меня вот связывает, это телефон, если я как-то... и могу даже с телефона посмотреть, а в основном люблю в кино ходить вот. Я к чему это? Придется менять свои привычки как минимум на ближайшие 3 вечера. Потому что на Девятка ТВ выходит очень много интересных фильмов. Мы прямо сейчас себе покажем, что можно посмотреть. И не дай боже, ты этого не сделаешь. А киноуикенд, а что же посмотреть на нашем телеканале в ближайшие выходные, узнаете прямо сейчас. Всем добрый вечер. Девятая студия представляет вам киноанонс на предстоящие выходные.
Проблемы в жизни приличной супружеской пары начались с появлением родственника-уголовника в исполнении Сергея Шнурова. Вернувшись из мест не столь отдаленных, он заявил права на половину жилплощади, и жизнь в квартире стала невыносима. Учитель физики и семейный психолог в жизни не делали ничего противозаконного, но теперь готовы на все, чтобы отстоять свое. По роковому стечению обстоятельств родственник погибает, и супругам нужно отвести от себя все подозрения. Как герои выкрутятся из столь щепетильной ситуации, вы узнаете из фильма «Приличные люди» в пятницу 17 сентября в 21:00 на 9 ТВ. После посещения святой обители Мон-Сен-Мишеля молодая пара Марина и Нил возвращаются в Оклахому. И с этого момента их жизнь идет под откос. Нил изменяет своей девушке, а Марина заводит роман на стороне. Запутавшиеся герои обращаются за помощью к священнослужителю, которому и самому бы не помешал совет. Ведь погружаясь в проблемы и внутренние переживания прихожан, священник не может обрести себя и жить собственной жизнью. Философскую ленту о вечных проблемах к чуду вы увидите в субботу 18 сентября в 21:00 на 9 ТВ. Эйб – 12-летний мальчик с необычным происхождением. Его мать из Израиля, а отец – из палестинских мусульман. Оба родителя никогда не навязывали сыну никаких религиозных взглядов, чего нельзя сказать про бабушек и дедушек. Старшее поколение ругается каждый вечер, а Эйб мечтает навсегда сбежать из этого домашнего ада, чтобы посвятить себя своему любимому делу и призванию – кулинарии. Он находит себе единомышленника и наставника в лице уличного повара Чико. Сможет ли кухня разрешить семейные разногласия, вы узнаете из комедии «Запретная кухня» в воскресенье 19 сентября в 21:00 на 9 ТВ. Это был киноанонс на предстоящие выходные. Всем хорошего вечера.